успех, чтобы вот прям... Вот это ты зря такие шуточки отпускаешь. Тут МГУ. Ты про девственниц шутишь. Девственность — это не шутка. Это очень серьезно. Ну что, друзья, мы до сих пор в МГУ. Идут проверки. Сейчас меня проверяют... Меня сейчас проверяют молодые ребята. Они пытают, опытливым взором смотрят на меня, действительно ли я тот самый Пайкин. Или, может быть, я под видом Пайкина проник в МГУ. И сейчас буду их чему-то крамоле какой-то учить. Не истинной импровизации, а? Крамольный. Тут стоит специальное кресло для допросов. Снимай меня, пожалуйста. Снимаю. Так ты себя снимаешь. Воу-воу-воу. Так, ниже, ниже, ниже. Вот, отлично. Началось? Так, дамочка, здравствуйте. Ну что ж, начнем, друзья. Прибегай быстрее за кресло, охранница идет, это ее место. Посмотрим, что будет. Импровизация. Импровизация с охранницей, часть первая. Ну что ж не идет охранница-то? Алло, Семен Петрович. Уже Марфа Петровна когда заступит на смену? Ребята ждут, конечно. Они хотели на импровизацию попасть. В зал не пускают, полы не блестят. Карандаш не наточен, как я люблю. Остренько же должно быть. Палец не могу уколоть. Ну что, давайте здесь тогда устраивать. Давайте. Задание первое. Надо подбежать, как будто вы очень сильно хотите пить. Первый пошел. Опустел стол. Остался только, во всем МГУ, во всей России остался только один фильтр с водой. Это последняя вода, а вы золотая молодежь. И правительство страны решило, что именно вы достойны пить. Тот, у кого жажда будет самой сильной, тот и... Подождите, девочка, вы что берете? Поставьте на место. Не делайте этого. Так, вас еще не пустили? Нет. Так, здравствуйте. Здравствуйте, я охранник. Покажите, пожалуйста, документы. Нагрел стул. Сейчас придет тетенька. Я грею стулья.